Сегодня у нас на обзоре мотокоса производства компании Alka BC225B. Модель бензиновая, оснащена ручным стартером, очень легкий пуск, легко тянется. Ручка велосипедного типа. Как видите, что здесь все органы собраны на одной правой ручке, то есть старт-стоп, акселератор, акселератор с предохранителем, то есть случайно вы его не нажмете, только тогда, когда захотите. Металлический канал для вала, возможность установить как вот такой вот лёстковый нож, так и металлический, то есть вы можете как косить тонкую траву на газоне, так и более такие мощные сорняки. Здесь есть крепление для жилета, чтобы надевать на себя, распределять нагрузку от ее веса. В общем, очень такая хорошая, надежная, мощная мотокоса. Обращайтесь по вопросам приобретения к нам в компанию «Электромотор» 5300-38. Звоните, торгуйтесь, спрашивайте, интересуйтесь. Уступим всем.